да прибудет с тобой. Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну а теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн привозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пара шагов до лагуны, где черные жемчужины и родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи.